Всем привет-привет! Вы на канале Color of Fantasy Art Gallery, и с вами я, Диана. И сегодня хочу пожелать, во-первых, всем хорошего времяпровождения, потому что я не знаю, сколько у вас время, вечер, у нас уже вечер. Вот, и вам тоже хорошего вечера. И хочу сказать всем спасибо, кто новые подписчики у меня подписались, кто пишет комментарии. Ну, как всегда, уже как мы, как эти на Ютубе, как попугаи. Все одно и то же. В общем, наверное, это уже 10 тысяч раз все слышали. И иногда уже и не хочется говорить, но приходится. Вот. И что я сегодня делаю? Смотрите, у нас сегодня шарики, да? Но это не будет все с шариками. Я вам просто показываю. У нас не день рождения, у нас партия называется. Вот. Сколько у меня появилось шариков. Вот, уже и пробовала, и все, да? А самое интересное, я просто... Почему сегодня решила еще записать? Значит, я пока это все отложу. Вот. Что я решила записать? Я вам скажу, почему. Смотрите. Может, кто-то поверит, может, кто-то не поверит, да? Вот у меня главный шарик – это розовый. Вот он. Видели? А у меня есть видео, даже я записала от радости. Значит, еду в машине, расскажу. Сейчас вам буду делать как раз и рассказывать, что мы сегодня будем делать. Я расскажу сейчас про этот шарик розовый. Вот все видели, да, его? Это мне посланный, я не знаю, кто-то поверит, кто-то нет, но это был посланный, мне кажется, моими ангелами. Я вам честно говорю. Потому что... Еду в машине, значит, да, и думаю, сейчас приеду домой, у меня есть идея, значит, как я делала вот эти цветы, да, все мои, ну, как бы еду домой уже с работы. И думаю, сейчас вот у меня такая идея, сейчас приеду и буду сейчас, значит, пробовать делать это на большом. Как бы я не видела в Ютубе, чтобы кто-то сделал несколько сразу цветов. Вот, это мой холст, я его уже подготовила, да, мне осталось только здесь написать, сколько на сколько, по-моему, 30 на 70, если я не ошибаюсь, да, по-моему. Вот, думаю, ну, сейчас приеду и быстренько, короче, все это, ну, покажу, ну, как бы сниму на камеру, может быть, тоже, ну, я сначала еще не думала. И решила быстренько записать. Сейчас я, знаете, почему так теряюсь, потому что мне нужно число записать. 14-го, это первый. Так, январь, февраль, март. Вот март у нас 2019. Все, я записала. А, значит, и вот я, значит, еду и говорю, вот сейчас приду, все быстренько сделаю, потому что это будет новое что-то, значит, у меня там есть место. И, в общем, и вдруг, уже не доезжая до дома, оставалось совсем чуть-чуть, еще про себя я думаю, ну, нужны, наверное, шарик. Мне нужен шарик, у меня есть там дома шарики, короче. Если там, ну, вот я попробую, не получится, то можно и шариками налепить. Значит, это я вот так думаю. И вдруг, заворачивая, значит, там в нашу сторону, я резко, у меня такой, знаете, такой неожиданный, раз такой, розовый, что-то розовое прям на мою машину, я не поняла. А там прям дорога, там... Там, значит, не то, что там дети играли где-то или что, но дорога. И я такая, говорю, господи, блин, это что такое? Смотрю, шарик, он прям подлетел на мою машину и откатился. И сзади же машины едут, и я думаю, блин, а что же делать? Посмотрела, думаю, сейчас поворотники включила, и быстренько, значит, тормознула, вышла и показываю. Подождите, говорю я им там, ну, этим, кто сзади машины. Я бегом схватила вот этот мой шарик и говорю, ведь он же не просто пришел, я об этом думала. И думаю, ну все, значит, я сейчас приду и быстренько сделаю вот эту заливку. И вот сегодня мы будем делать. Я не знаю, он пригодится нам сегодня или нет, но раз он пришел, значит, он нам пригодится. Все, я поболтала с вами, сейчас начнем работать, а то опять сейчас будет. Но сегодня я думаю, не буду я торопиться, а то вечно я тороплюсь, и надо, наверное, немножко более аккуратней, да, потому что хочется сделать. На этом, значит, на таком холсте, это вот 30 на 70, да, я видела на канале Флора, если я не ошибаюсь, канал Флора, она то же самое делает вот такие же, значит, цветы, но она их делает как-то вот, ну вот как бы берет 20 на 20 холст, она их вот так вот зацепляет, значит, да, и получается 3 там или 4 цветка.
Сегодня я не буду этого делать. Я хочу попробовать что-то свое, что-то новое. Получится, значит, хорошо. Не получится, значит, не получится. Дальше. Что еще я вам хотела показать? У меня камера далеко стоит. Смотрите, что еще я придумала. Вот, видите, как блестит? Вот. У меня... Сейчас я еще покажу, потому что мне это хотелось бы вам показать. Я сейчас буду пробовать делать вот такие вот. Смотрите, видите? Вот, блеск. Я думаю, там видно, да? Вот. Вот. Здесь на черном больше видно. Я вот покрасила вот эти, значит, холсты вот этой краской. А краска... Сейчас скажу вам, какая. Вы знаете, обалденно получается, обалденный прям. Я уже 2-3 попробовала, мне очень понравилось. Вот эта краска, которая уже у меня сколько времени, помните, я вам показывала. Это Джутон, по-моему, фирма Джутон. Это не реклама, там вам, наверное, не будет видно, я камеру на эту сторону. Вот, это Джутон Леди Дизайн. Она такая, как клей, ну, как вот, как типа клейкая, да? Я взяла водой, размешала и попробовала закрасить валиком. Вообще валиком никогда не работала. И вы знаете, обалденная, вот, смотрите, какая красота. И если делать на ней цветы, да, то представляете, как будет красиво, фон белый вот такой, предположим, а тут цветок. Это будет обалденно. Но это еще попробую, значит. Вот, опять я минут 10 только разговариваю. Так, сейчас я это отложу. Опа. Значит, это кто-то заберет. У меня когда что-то падает, я вечно говорю, кто-то заберет. А вот на черном так вообще, видите, прям я вот хотела похвастаться немножко, да. Ну, в общем, дальше. Еще детям купила сегодня вот такие вот смайлики, да. И будем теперь смайлики. Когда у меня что-то получится, вот это мои малыши приедут, я им, значит, для них взяла, это ручки. Когда у нас что-то получится, будем ставить вот так. Ага, получилось, не получилось, или еще что-то. В общем, тоже интересная штучка. Мне сегодня попалось, думаю, надо взять. Я взяла их. Теперь все, ладно. Смотрите, что мы сегодня делаем. Я подготовила здесь место. Для этого случая, да, нужно ровное. Вот у меня здесь, видите, холст. Сейчас я вам покажу. Это большой холст, потому что место, ну вот как бы у меня клеенка, видите, вся порезанная, и она уже не получится. У меня это большой холст. Я просто приклеила, ну как прицепила бумагу. Бумага это у нас, сейчас я вам покажу, какая для будущего, чтобы, может, кто-то кому-то нужно будет, да? Это Фрейзер Пеппер называется. Вот она, я уже пробовала на разных бумагах. Вот на этой бумаге получаются очень интересные и очень красивые цветы. Ну, дай бог, чтобы сегодня у нас получилось. Это Фрейзер Пеппер. Вот, у нас вот такая. Типа бумага для холодильника. Она, ну, ее применяют тоже и для, видите, для артиста берут. Вот Art for Art and Crafts. Фрейзер Пеппер. Потому что здесь у нас она гладкая с той стороны. Ее можно протирать, несколько раз пользоваться, в общем, этой бумагой. И вот я купила себе, и я уже давно пользуюсь ей. Так, дальше, что мы делаем дальше? Смотрите, теперь я постелила. Моя идея такая. Холст большой, да? Я уже вот так обмерила чуть-чуть, да, примерно, где он будет. Вот, где он мне нужен, окей? Холст у меня закрашен джессо, но не краской. Я закрасила джессо. Думаю, что может быть, силикон я сегодня не буду пользоваться, в общем, посмотрим. Я еще точно не уверена, но, как всегда, знаете, у меня на самом деле не в понятках. Иногда бывает, я что-то говорю, а потом раз и переделываю, как вчерашний холст. Вчера я то же самое сказала, 3 хватит, а потом все-таки добавила больше. Вот, что мы начинаем делать. Сегодня я хочу сделать на белом фоне, а потом буду закрашивать вот этой вот золотистой краской. На белом фоне, но с добавлением черных каких-нибудь, может быть, черные цветы, может, ну, черное, что-то черное добавлю. Сейчас буду пробовать. Так, ну, во-первых, давайте так сделаем. Чуть-чуть я все-таки вот это место обмажу, но не всю, только края. Да, сейчас вот так поставлю. Тоже опять рукой, что ли, обмазать? Ну, ладно, давайте рукой. Значит, мы начинаем вот. Я только обмажу края, это для того, чтобы все-таки уже холст был немножко у нас обмазанный. Да?
потому что много сюда не надо. Так. Сейчас вот так я делаю. Да? Можно было не мазать, можно было. Но я все-таки решила, видите? Потому что так намного будет уже удобнее, что уже ты будешь знать, что тут есть уже такой вот. И я, знаете, что хочу? Хочу немножко сделать текстурную, чтобы она была текстурная. На канале вот Флора, если хотите, посмотрите. У нее тоже интересные такие вот цветы. Получается, я на нее попала нечаянно. Но тоже мне понравились. У нее цветы такие классные тоже. В общем, можете посмотреть, если хотите. Флора или что-то типа такого. Все, это я убираю. И насчет цветов, дорогие, сейчас я вам скажу. Цвета я сегодня, я не буду врать, я потому что не знаю, какие я буду делать. Вот честно я говорю. Я не знаю, какие цвета мы будем делать. Так, начнем давайте сначала. Ну, я вот так, наверное, скорее всего, да, вот, прям по контуру, да. Чтобы знать у нас уже где контур, вот. Я его отметила, но все равно нужно, чтобы по контуру было. Это надо, наверное, все-таки чуть-чуть побыстрее сделать, для того, чтобы у меня не высохли. Акрил же быстро высыхает, чтобы краска не подсохла. Я постараюсь. Значит, начинаем мы, давайте так, попробую сделать несколько цветов. Давайте начнем с этого. Черный. Так, вот раз. Сейчас, вот здесь вот два. Попробую, да? Раз, два. Ну, давайте вот сюда попробуем, здесь три. Раз, два, три. Ну, давайте вот сюда, может быть, куда-нибудь вот. Четыре. Да? И давайте вот сюда пять. Пусть будет пять. Ну, еще чуть-чуть добавлю. Вообще, я заметила, когда я делаю, говорю же, не на камеру, да, у меня прям так классно получается, но надо уже учиться и на камеру ведь. А здесь как будто я вот, вроде мне кажется, что, ну, вы же не осуждаете, да, ну, не получилось, не получилось. А я все равно переживаю, я все равно волнуюсь, потому что, ну, а вдруг. Не надо волноваться, надо просто работать и все. Здесь пузырьки у меня появились. Так, все, ладно, начинаем. Делать будем, значит, вот так. Черный. Я добавляю сейчас сюда копер. Да? Вот сюда добавлю копер и вот сюда добавлю копер. Дальше. Давайте попробуем сделать как бы немножко по-разному, да? Вот сюда добавлю желтый. Ну, давайте вот сюда желтый. Окей. Ну, давайте три будет желтых, ладно. Пусть будет три желтых. Окей. Три желтых. Дальше что у меня тут? Здесь я уже добавляю копер на желтый вот. Так, дальше что мы делаем? У меня есть вот такие цвета сейчас. Подождите-ка, где он? Угу. Вот я вам честно говорю, я не готовилась, да? Я просто вот сейчас буду делать все, что придет мне в голову, все, что мне подскажут. Сюда я добавлю немножко, наверное, светлый сейчас. Светло-желтый вот такой, пускай будет. И вот здесь вот такой светло-желтый. Дальше. У меня есть где-то зеленый.
Наверное, вот такой зеленый. Давайте. Уже что придет? Это вот у меня как аква, по-моему, что ли? Вот что-то типа аквы. Да? Давайте вот так. Дальше. Сюда вот так зеленый. Сюда зеленый. И сюда зеленый. Давайте попробуем. Дальше. Дальше. Вот такой цвет зеленый у меня есть. Сюда я добавлю. Вот сюда добавлю зеленый такой. Посмотрим, какие цвета получатся. Да? И сюда я еще добавляю такого желтого. Так. Дальше. Сюда тоже можно добавить. Может быть, вот такой. По чуть-чуть, да? Так, и вот такой сюда. Там уже есть, ладно. Так, что у меня еще было? Сейчас посмотрим. Давайте попробуем сделать. Давайте попробуем. Вот сюда я еще хочу такой зеленый. Будет больше зеленого, конечно, но ничего. Так, так, так. Это сюда. Здесь я хочу тоже добавить вот такой вот желтый. Вот так. Зеленый, желтый. Ну. Какой еще попробовать? Вот этот может. Аква. Давайте немножко аква попробуем. Видите, я не. Она вот на флора она вот так делает. А я вот хочу попробовать вот именно так. Так, именно вот просто такими штучками, короче говоря. Теперь давайте я немножко добавлю, где он у меня белый. Значит, вот сюда вот так. Вот так я сделаю. Теперь чуть-чуть еще хочу добавить черного. Все-таки хочу немножко совсем добавить. Но не надо. Черного хватает. Не надо. Черный съедает всю краску потом. Давайте попробуем вот это вот. Вот такой цвет. Это оранжевый. Так, это у нас оранжевый. Оранжевый, еще какой же добавить сюда? Оранжевый, давайте немножко добавим вот такого. Вот это будет одинаковый цвет уже. Оранжевый. Давайте золотой, может быть, что ли. Золотой, наверное, сделаю сейчас. Может быть. Сейчас посмотрим. Нет, не хочу я золотой. Что-то другое мне надо. Что-то другое. А что? А что мне сделать-то? Сейчас подумаю. Подождите-ка. Не думаю, что фиолетовый это хорошая идея. Если только чуть-чуть вот такого красного. Еще и закрою. Ой, вот тебе и на. О, куда ты пошла? Так.
Красный. Где мой оранжевый-то? Четко. Все-таки я добавлю немножко сюда тоже еще голубого. Так, я не знаю, какие это будут цветы. Это будут волшебные цветы какие-нибудь. Это будут у нас волшебные цветы. Вот. Мои волшебные цветы. А, все. Это уже близко сюда идет как-то. Все. И еще. Все-таки еще, наверное, желтого будет очень много, скорее всего. Просто, может быть, чуть-чуть беленького. Вот так. Я думаю, что этого достаточно, конечно, для цветов. Вот. Много. Ах, раз, еще много раз. Так, вот что думаю, может чуть-чуть фиолетового, что ли, капнуть здесь где-нибудь. Тоже интересно же. Что-то они у меня заклеились почему-то, не знаю почему. Так, ну не нужны здесь никакие эти. Так, вот я капаю вот так фиолетовый. Все, надо запомнить, потому что должно получиться красиво. Должно получиться, я так думаю. Так, ну что еще? Все. Все-таки еще чуть-чуть и добавлю вот этот копр сюда. Окей. Копор, и немножко на копор, опять же, прям капельку желтого. Вот, ответственный момент, дорогие мои. Вроде все. Вроде я закончила. Сейчас Бог даст, если у нас, то все получится так, как я хочу. А если нет, то, конечно, извините, значит, что-то получится не так. Вот видите, вот это вот мне не нравится здесь. А вот она, раз мне не нравится, значит, ее надо, она должна была в эту сторону чуть-чуть подвинуться, конечно. Чтобы можно сделать так, чтобы ее сюда. Мне не нравится она. Мне кажется, неровно хоф, наверное, стоит, что ли. Ну, прошло сюда. Ладно, попробуем. Ничего страшного. Так, ну все. Теперь ответственный момент. Мы, значит, делаем это все белым. Все. Вот так вот надо закрасить это все белым. Вот видите, цветок вот этот нормально, но я думаю, что далековато, конечно. И вот эти три я близко сделала. Ну ладно, будет холст наоборот смотреться. Ну что делать? Три я близко сделала, а тут дальше. Все, ладно, хватает этого.
Так, ну что, что мы делаем? Так, может быть, рукой лучше, да? Сейчас я перчатку поменяю. Подождите-ка. У меня тут есть еще перчатки, на всякий случай, потому что должны быть все-таки перчатки чистые. И мы уже с вами начнем эксперимент. Так, во-первых, пока буду экспериментировать, на самом деле хочу всем сказать огромнейшее прям спасибо, огромное-огромное за то, что вы не остаетесь равнодушными, смотрите мой канал. Меня это очень радует, правда. Вот немножко времени, конечно, сейчас не так много у меня. Я раньше-то больше работала, больше делала, но сейчас немножко я немножко занята. Вот. У меня скоро вообще начинаются занятия, поэтому я вот стараюсь уже сейчас, чтобы поснимать немножко вам, чтобы вы уже смотрели, потому что где-то в числах, наверное, 22 по 26 я вообще буду занята, конечно. Ой. Вот видите, уже неаккуратно делаю. Ладно. Я буду занята, потому что я хожу, это, ну, у меня прилетает мастер мой, рейки, у меня энергия рейки, я уже 2 года как в энергии рейки, вот, и поэтому он должен был прилететь 22-го, у меня мастер Франк Арджава Петер, очень знаменитый такой, хороший мастер, вот, и я у него как бы брала 2 ступени рейки. И поэтому вот сейчас иду на повторение. Уже не хочу, конечно, брать больше, потому что мне хватает 2 ступени пока. Вот, если честно, это очень интересно, это очень классно. Я его жду, потому что это энергетические работы. Это, ну, для меня это очень важно сейчас, в данный момент. Вот видите, здесь мне не нравится, здесь мало. Вроде бы, мне кажется, так. Ладно. Ну, думаю, хватит, наверное, хватит. Хватит, наверное. А то сейчас мы будем. Так, ну, давайте еще чуть-чуть сюда добавлю, а то на всякий случай. Ну, вдруг. Вдруг. Чтобы уже не ошибиться. Все. Вот теперь уже достаточно точно. Даже лишнее уже. Все. Давайте пробовать, экспериментировать. И я надеюсь, что у нас все получится, дорогие мои. Я буду вообще рада. Потому что моя идея и сегодняшний мой этот шарик, это было что-то, конечно. Это реально для меня было шоковое состояние, когда едешь и думаешь об одном, и вдруг тебе появляется шарик. Так, ну все. С Богом! Это наш первый эксперимент. Не знаю, как вот так меня поставил. Вот. На канале, честно сказать, я думаю, что вы не найдете. Если у меня даже не получится, я все равно знаю, что я это сделала первое. И поэтому меня это уже будет радовать. Знаете что? Вот видите, я тороплюсь, да, опять? Хорошо, что я не поставила. Давайте-ка я сейчас уберу-ка-то эти пузыречки-то все. У нас же навалом пузырьков тут. Ужас. Я же говорю, торопиться в этом деле, конечно же, нельзя. Нужно все время как-то быть более повнимательнее. Так, и еще сейчас минуточку. Внимание! Я должна все-таки. Я еще сегодня одну щетку купила, вот розы делать. А из нее уже не розы получается. А знаете что, листья получается? Я попробовала уже сегодня. Так, сейчас минуточку. Ну, давайте, ладно.
Ну все, с Богом, дорогие мои. Это надо как-то сразу вот поставить, чтобы было правильно. Видите, вот почему сложно. Еще с моим зрением-то, конечно. Так это вообще... Ой, не дышу. Все, не дышу. Так, сначала прилепляем ее. Вот, и пошли погладим наш холст. Вот так просто гладим. И пробуем сделать цветы. Дай-то Бог, чтобы они у нас получились. Вот. Надеюсь, что это все получится. И еще знаете секрет в чем? Тут, если вы поднимаете вот как бы, ну вот везде не говорят же про это. Если вы поднимаете вот так, да, то получается листиками. Ну это кто-то знает, а для новичков. А если вы поднимаете вот так в общей сложности, да, то они цветы получаются совсем по-другому. У них форма другая. Вот так. Знаете, как я волнуюсь сейчас. Хотя я знаю, что как бы то ни было, что-то все равно получится, да? Но я волнуюсь. Ну все, дорогие, вроде бы. Так, сейчас посмотрим, для чего пришел ко мне мой шарик. Видите, да, вот? В чем здесь сложность? Чтобы его одинаково сразу поднять, да? Ну, давайте сначала чуть-чуть приподниму это, потом вот это, этот бок, и потихонечку. Ну, и что у меня тут вышло? Вот что у меня вышло. Видели? Это... Больше здесь вышло, чем здесь. Вот. Представляете, да? Это мне не нравится. А почему так вышло? Я не знаю. Но... Хорошо, ладно. Сейчас мы посмотрим, что еще можно придумать. Так, видели? Эксперимент наш пока не удался. А почему? А потому что холст должен был быть все-таки... Ну, я не думаю, что не получилось. Получилось, конечно. Я так шучу. У меня все получилось. Так. Теперь смотрите, я сейчас попробую еще или еще раз, или же я это отложу, да, наверное, скорее всего. Я поработаю здесь шариком, а вот это сейчас еще сделаем, да, наверное, скорее всего. Или же давайте попробуем. Ну, так и так красиво. Так или иначе красиво. Давайте-ка я пока это отложу. Сейчас, минуточку. Где у меня тут? У меня был еще один такой же холст. Куда я его делаю, я не помню, конечно. Но у меня есть еще один такой же. Это я точно помню. Ладно. Вот, смотрите, еще один новый такой же холст. Сейчас попробуем еще раз приложить. А тут я уже доработаю, и у меня будет два холста. Сейчас мы сделаем побольше белого сюда. Давайте еще раз пробуем. Этот раз уже
Так, в этот раз я уже не буду бояться и буду нажимать на этот пол. Вот. Теперь я поняла, почему. Я вам сейчас скажу, почему не получилось. Должно было, да, получиться? Вот сейчас это тоже может не получиться. Видите, ошибки. Не, это не ошибка. Я просто не думала, что так может быть. Поэтому я сделала. Это-то у меня холст. Это же холст, а он мягкий. И когда я нажимаю его, а я это тихо нажимала, потому что на столе было. А это сейчас же она проваливается. И уже как бы оно не цепляет так, как на столе. Жесткая должна быть. Низ должен быть жесткий. Так, все. Попробуем этот. Вау, вот это вот так получилось. Вот, видели? Вот так. Теперь мне нужно обязательно вот это еще сделать на каком-то холсте. А вот это уже нужно дорабатывать, потому что так уже не оставишь. Все. Так. Ну, красота же, красота. Ну, почему не на холсте-то? Жалко. Но ничего ты с этим не поделаешь. Так, подождите, я еще думаю, еще может какой-нибудь холст сейчас пришпандорить сюда. Или пока отложу. Ладно, давайте пока отложим. Красота это красотой. Но нам нужно поработать с этими. Вот так. Вот. Так, сейчас сначала поработаем с этими. Вот почему пришел мне шарик. Видели? Почему? Так, куда я делаю свою горелку-то? Господи, боже мой. Вот она. Так. Сейчас я это уберу. Вот здесь надо будет чуть-чуть добавить. Так, здесь чуть-чуть добавить еще. Так. Это не проблема, потому что здесь будет сейчас. Так. Опять перчатки менять. Где мой шарик? Значит, так, чтобы у нас получилось, да? Вот это вот мне нужно добавить что-то сюда, для того, чтобы было красиво. Значит, я добавляю. Вот это, вот это. И вот это. Давайте. Так. Дальше. Что еще добавить? Ну, давайте чуть-чуть сюда беленького. Так. Окей. Все, воздушный шарик мой. Раз. Это раз. Так. Может быть, вот здесь что-то сейчас подумаю, как его правильно сделать. Я даже, может, добавлю еще что ли, или не надо лучше. Это у нас три. Не надо было. Ау, не надо было. Ладно, 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 ладно. Сейчас попробуем вот так. Ага. Так. Вот это мне не очень нравится. И это сделаем вот так. Угу.
Сейчас посмотрим. Так, раз, два, три, четыре.